Всем привет! Сегодня еду на такое мероприятие у нас в Юрмале, проходит уже 19-й год, это ретро-2018. Пройдет по городу Юрмала колонна ретро-автомобилей. Я вообще как бы равнодушна к этому, да, но я знаю, что очень многим нравятся ретро-машины, ну, поэтому решила съездить вот снять, ну, в общем-то, и сама посмотреть. Оно уже началось, это мероприятие, началось в районе Булдуре и затем в Майере на улице Йомас. А я живу в районе Калгари, и здесь у нас тоже они будут в 3 часа. Вот я как раз еду к этому времени, по району Калгари. Единственное, что я не поняла, написано в интернете, что это будет на территории пляжа. Я не совсем понимаю, в каком месте это будет проходить. И даже не представляю, я не думаю, что именно на самом пляже, но как-то вот информация такая непонятная. И колонна пройдет дальше, из Калгари в город Тукумс. Сейчас еду по району Калгари, по улице Таллинас, вот такая двусторонняя улица. Еще у нас вот все зеленое, деревья зеленые, вот чуть-чуть березки уже начинают желтеть. Вот не знаю, правда, где припаркуюсь, будет ли много там машин. Но буду искать местечко, район я хорошо знаю, так что в любом случае найду, где припарковаться. А сейчас попробую на территории рынка припарковаться. У нас здесь такой хороший крытый рынок есть. Лиго называется. Вот сейчас покажу территорию этого рынка. Машин немного здесь. Я думала, что здесь будет все закрыто. Вот сам рынок находится. И вот такая территория здесь. У нас, кстати, здесь в Калгари есть даже хостел. Вот, вместе с русской баней, Креву Пирс. Так что вот кто хочет приехать, здесь такое место есть, где остановиться с автостоянкой. Вот там номер телефона даже есть, видно. Так, ну а дальше вот как раз дорога на пляж. Тут буквально 200 метров до пляжа. И все-таки народ идет в сторону пляжа. Мне кажется, будут там машины. Мы посмотрим. Там кабачок такой еще местный. Да, вижу много людей. Явно они сюда пришли не загорать, а что-то посмотреть. Хотя, на мой взгляд, могло бы быть и больше народа. Вот это территория Калгарского пляжа. Ветер сегодня. Вчера было еще очень жарко, а сегодня уже прохладно. Ну, еще кафе работают. Вот пока не вижу нигде никакой колонны машин. День такой серенький. Вот все прогуливаются вдоль моря. Но я так и не оделась, вообще не думала, что так прохладно будет. И все-таки они едут по пляжу. Вот там вдали виднеется, только огоньки и фары горят. И мероприятие опаздывает, сейчас уже 15 минут 4-го. Но народу изрядно прибыло. Все ждут.
Вот сколько. Да, и самое интересное, там даже купаются. Хотя я так замерзла, вообще я как-то совсем не подумала, что так будет у моря холодно. Вот еще и любители искупаться в такой денек. Ну, дети. Интересно, они и с той стороны едут, и с этой. Неожиданно. Так. Первая машинка. А, вот она объезжает. Какая там красивая. Вот какие машинки. Так, о, всем машут, приветствуют. Надо, наверное, встать ближе, подойти. Здесь участвуют 10 стран, кстати. Я знаю, что из Прибалтики, по-моему, из Польши. Возможно, из Германии. По-моему, Белоруссия. А, вот Литва. Да, вот по номерам видно, из каких стран участники. Тоже Литва. Ручками машут. Так, тоже Литва. Да, Литва едет с этой стороны. Так, тоже Литва. А, кстати, участники могли приехать даже в последний момент, и не обязательно было заранее регистрироваться. О, здорово. Так, это кто здесь? Не понятно. А, это Латвия. О, какие машинки классные. Литва. О, красота. Так, Латвия. Ух ты, супер. Здесь снимают. О, какой черный. Это Латвия. Латвия, супер. Дальше тоже Латвия. Отлично. О, класс. Латвия. Вот это да, тоже Латвия. Класс, класс. О, супер. Так, дальше. Вот это я не знаю, кто. А, вот там флаг. Чей это флаг? Но это уже, ребята, какие-то совсем иностранные. Так, Литва. Сколько из Литвы, ребят? Вот. Пожарная. А что, пожарная тоже ретро? Да, наверное, ретро. Так, Латвия. О. Латвия. Латвия. Так, народ приветствует. Ну, все снимают. Все снимают. Опять Литва. Я так поняла, что основные участники это из Литвы. Ты. Класс. Ой, такая прелесть. Так, Латвия, о, круто. Так, Литва. Ну, там еще американский флаг. Вот это да. Закончилось пока. О, какое ретро. Теперь пошли с другой стороны. Как интересно, с двух сторон едут. Так, надо как-то так встать, чтобы навстречу их снимать. Так, а здесь кто? Тоже Латвия. Латвия, Латвия. Да приветствует. Это литовский фордик такой симпатичный. Шкода. Так, это Латвия
Ну, вот какой хорошенький, зелененький. Ха, мы их снимаем, а не нас. Так, там еще едут. О. А, то они уже обратно едут. Как они тут интересны. Вот они здесь все остановились. Не знаю, почему здесь такая пробка образовалась. Я так еще пройду, сниму. Наверное, они стоять здесь будут какое-то время. Ну, вот это очень длинная-длинная полоса. Здесь машины выстроились. И можно проходить, общаться с владельцами, рассматривать, фотографироваться. Вот. Ну, вот там, вот видите, красненькое здание. Вот до туда они все выстроились. Ну, очень много разных, конечно, моделей. Тут глаза разбегаются. В основном, конечно, Латвия, Литва вставлены. Эстония, на мой взгляд, очень мало из России. Парочку из Белоруссии видела. Польских номеров вообще не видела. Вот, ну, конечно, впечатляет. Машины такие ухоженные. Реставрированные, шикарные, вот, блестят просто, как игрушечки из магазина. Вот, даже посмотрите, вот это такой, упс, UPS, машина. Латвийские, кстати. Интересно, какого они года, да, с техосмотром. Так, это белорусская как раз. Здесь, по-моему, тоже. Нет, здесь латвийские. Ну, что могу сказать, мне понравилось. Ваши машины меня впечатлили. Пишите, какие ваши впечатления. Вообще такая вся прям перламутровая. Да. Это салон какой. Вообще. Вот это класс. Да, тут люди говорят, обалдеть. Империал. Вообще супер. Кадиллак. Ну, это вообще класс. Вообще какая-то королевская машина. Королей и принцев, наверное, возили на таких. О, сундук. Вот это да. Какого же она года. Вот это вообще супер. Такое я даже в кино, по-моему, не видела. Это латвийская. А там Mercedes. Вот это класс. Так, что там внутри? Олег, где раньше был? Да, переплет супер. Да, на сиденье прям. Ну, вот. Слушай, один шипов. Ну, Супраенчик тоже симпатичный, как игрушечка.
48 года. А, это изготавливали 48-го, до 87-го? Что-то не совсем понятно. Ну, как там внутри красиво. Вот еще милиция прикольная. На Волге. И дядя милиционер. Надо тыкать.